10%. Похоже, форсунки льют. Вообще 17 в сумме. Где он, Юра-то? Ну, богатая смесь у нас была такая ошибка. Она и есть. Она и сейчас богатая есть. Угу. Она уже закрыла на 13%, а смесь все равно богатая. И что делать с этим? Ждать, когда форсунки обстучатся. Похоже на то. Не надо мыть форсунки ультразвуком. Вот 14%. Она на 14% снизила впрыск топлива. Угу. А вот сейчас мы датчик кислорода посмотрим первый. Вот он. Вот он. Угу. Играет. График здесь мы можем включить интересно. Вот он. Он сейчас богатый, в бедный, в богатый. Вот бедная, богатая, 625. Пошла бедная, богатая. То есть, задержится на богатой. То есть, датчик лямбда тоже первая работает. Но топливо коррекции в минусе.